Здравствуйте, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Чемпионат Европы, день третий. Посмотрите, сколько нас собралось на, уже по маршруту в одном потоке. По сути, это первое облако за, там, не знаю, 20-25 километров. Вот, и мы все набираем в одном термике. Весело. Капитан Оптимизм сосредоточен, выкручивает, потому что мы тут, нас тут очень много. А я, видите, сижу, делаю вам репортаж. Погода сложная, задания уже 4 раза меняли. И в итоге оставили короткое задание на 45 минут. Ой, на час 45 минут. Оно совсем коротенькое. Прыг-скок, пару зон и домой. Ну и это осложнено тем, что надо еще умудриться как-то вернуться. Видите, огромные развалы, расплывы. Мы прошли бесконечное количество километров, можно сказать, без набора. И вот первый набор встретился. И какой? 0,8 метров в секунду на приборе. И вот что, сколько набилось, нас сплошные тени летают. В общем, так себе все. Не сказал бы прям, что зашибись, но мы будем работать. Да, капитан Оптимизм? Да, работаем. Делать больше, в общем-то, нечего. Есть даже некоторые, кто ниже нас, вон, потихонечку догоняют, но ниже. А сверху потихонечку все пошли на переход. Ох ты ж, ё. Вот так вот. Ну и мы, наверное, сейчас пойдем. Пойдем, шеф? Все. До свидания, глубоко уважаемые любители планерного спорта. Пошли мы дальше. Да, мрачноватенько.